Число погибших при обрушении здания на юге Индии достигло 53 человек. Ранее сообщалось о 43 жертвах. По словам спасателей, под завалами еще могут оставаться от 20 до 25 человек. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Из-под обломков удалось извлечь 27 пострадавших. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Напомню, в прошлые выходные в городе Ченнаи рухнуло 12-этажное здание. Причиной трагедии стало нарушение строительных норм. Арестованы 6 человек, в том числе заказчик строительства.